Иван Колодеев, меценат и житель Борисовского края, большую часть жизни посвятил изучению войны 1812 года. Анкета участника? Это какая-то шифровка. Борисовские. Поющие города Борисов. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Почему решила выбрать эту песню? Больше нравится. Ну, допустим, мы оба знаем, да, что речь идет о том, что придется исполнять песню группы Open Space, да? Вот что-нибудь из творчества акапельно бы смогла исполнить? Ну да. Окей, давай попробуем. Час идеи нас вабит за утрашний день. Новые кроки чакают наших идей, идей. Что случилось? Расскажите, почему плакали? Мне просто не понравилось свое выступление, я ожидала большего. Учитывая, что Борисов, город очень, так сказать, воинственно настроен, по крайней мере, был в 1812 году, ведь можно еще раз штурмом взять вот этих вот злых людей, которые сидят в жюри. А почему не понравилось? Что, запилили вас? Что вы пели, скажите, пожалуйста? Я пела «Марсель», это песня для тебя. И что? Не понравилось им? А вот напойте нам. Напойте нам здесь. Пожалуйста, смотрите, вот у нас сейчас телезрители видят все. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе. Все тише. Все лучше. Ну хорошо. Здорово! Scars of your love, they leave me breathless. Can't stop feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep. You had my heart and soul in your head. Здорово, я думаю, что такое пение достойно того, чтобы похлопать. Да? Было достаточно хорошо. Скажите, а это у вас основное или хобби? Основное. Ясно. Зайчик на стекле твое, да, не поймать никогда. Но тебе я верил тогда. Капли абсента. В плане вокала то еще надо поработать, вы сами это прекрасно понимаете. Вот. Но вам большой плюс за то, что вы пришли сюда попробовать свои силы. Это тоже дорогого стоит. Так что большое вам спасибо. У вас такой вид серьезный. Вы поете, наверное, что-то серьезное, да? Нет. Я пою популярные песни, там, разные. А вот я в основном не популярный. Шутка. Как вам вообще понравилось? Насколько вас принимали члены жюри? Ну, как говорится, ну, неплохо приняли, прослушали. Но, что сказали? Ну, сказали подтянуть вокал. Я хочу, чтоб это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой и дышу тобой. Жаль, люблю. Позитивный репертуар у тебя есть? Да. Ну, давай. Не ожидала. Ну, я ж не вина, что ты хорошо поешь, поэтому...
Ну, мне надо понимать, понимаешь, какие у тебя грани есть. Борисов, ты теряешь, так сказать, своих звезд, потому что скоро заберут в Минск. Подхватит и Минск, и дальше, и за океан. А кто у вас любимый исполнитель? У меня их много. Например? Ну, больше американцы. Например? Риана. Так. Бьонсе. Так. Алекс Клэр. Не хочу отпускать эту девушку. Скажите, а что-нибудь из репертуара Рианы? You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When I hold him, I'm alive, we're like diamonds in the sky. Все самое страшное уже позади, что ж вы так волнуетесь? Борисов, Маша. Если вы не выберете Машу... Мы приедем за ней снова. И снова. Это мама твоя. Это мама моя, наша земля белорусская. В вашем сердце патриотизм, я так понимаю, да? Люблю Беларусь, не могу. Это хорошо. Все было просто замечательно, очень дружелюбная обстановка. Я очень рада, что наконец-то решилась и пришла. Так, решилась и пришла. И к чему это привело? Ну как? Что сказали там вам жюри? Очень хорошо отозвались, сказали. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Что вы исполняли? Я исполняла песню «Жанет. Беларусь». Так. Сказали, очень патриотически. Конечно. Вот понимаете, друзья, нужно выбирать правильные песни. Когда вы выберете правильную песню от правильного исполнителя, наверняка жюри просто не повернется язык дать вам плохую оценку. Ты и я так невероятно. И без слов понятно, я люблю тебя. Ты яркая, у тебя есть энергетика, положительная энергетика, ты нас не боялась. Это вот та редкость, которая вот обычно либо в камеру, либо куда-то там назад, но не на нас, да. Все-таки артист — это тот человек, который работает на публику, да, и вот в данной ситуации ты справилась на отлично. Что я могу тебе сказать? У тебя вокал надо будет подтянуть. Чтобы все-таки, понимаешь, он у тебя выходил изнутри, если мы говорим... Да мне сердце колотится. Да, я понимаю, все, ну, колотится, у всех колотится, ну, что сделаешь. Вот, просто я тебе это говорю, потому что хочу, чтобы у тебя все получилось, потому что вот именно основа артиста в тебе есть. Хочу, чтобы ты знала, пойми, не выдержу я больше обмана. Цени, уважай тех, кто тебе дорог. Выкинь с головы всех, ведь у тебя их много. Счастье — его залог нашего с тобой успеха. Мы будем вместе или нет, покажет только время. Вы в своем стиле очень хороши, и вы мне понравились. Каждый шаг твои действия, твои поступки. Поверь, это будет для тебя лучше, для нас обоих, а не в новом куплете. Может, поймешь, я надеюсь на это. На самом деле, настоящий рэп появился в Гарлеме города Борисова. Да. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе. Свеча горела. Вы уже не в первый раз участвуете в этом конкурсе. Да, не первый. А что ж так с первого раза не получилось? Ну, с первого раза просто у нас как бы так получилось, что у нас было 4 человека, и невозможно было в полную силу показать себя, свой голос, свою харизму. А тут, я думаю, может быть, если что, вдруг Боливар за Борисов я... Четверых не выдержит, решила Ксю, и решила все-таки пойти одна. Вы уже были там, да, на этом лобном месте? Да, было. Как там? Достаточно, ну, такая атмосфера хорошая, располагающая к себе, много очень хороших людей. Вот, я посмотрела много звезд наших белорусских. Там все сидят? Вы про то видите? Я, да, разумеется. Ну, конечно, группа Open Space — это звезды, они так и называются, космическая тематика все-таки. Скажите, а что, какие претензии вам предъявили в прошлый раз и сегодня? В прошлый раз мне никаких претензий не предъявляли. Умолчали? И сегодня тоже нет. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке ты только улови. Вы очень приятный человек. Верю, что и дальше продолжать свою жизнь с музыкой. Окрасится небо багряной зарей. Yeah.
вечное солнце над миром за миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. Hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. And the 12 points go to Belarus Borisov. 12 баллов коллектив «Белые зори». Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Смеешься ты, а я плачу. Сжимаю в руке подаренный мне твой медный крестик на удачу. Эй, ты плачешь, а я смеюсь. Смеешься ты, а я плачу. Сжимаю в руке подаренный мне твой медный крестик на удачу. Ребята, молодцы, просто дикий рок-н-ролл. Давайте похлопаем все дружно. Теперь я про других ребят буду говорить. Да? Четвером все молодцы. Да. Четвером просто тема. Да, здорово. Аж кольцо потерял. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи и красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе заселю. Виталий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как вы отчаялись на такой смелый шаг стать членом жюри и судить почем зря наших ни в чем не виноватых конкурсантов? Ну, скажу, что это уже второе отчаяние, потому mm-hmm. что в первом проекте тоже участвовал. Мне понравилось, когда есть потенциал в начинающем артисте и потом выставлять его на большую республиканскую сцену. Mm-hmm. И подумал, что вот раз есть еще одна возможность, надо еще раз попробовать. Есть кто-нибудь, типа вот такая борисовская Бейонсе, например? Знаете что, я поставил себе, вот скажу честно, три восклицательных знака. Имеется в виду в трех разных местах. Это значит, что мне вот три исполнителя... Одной и той же девушки? Нет. Да. Вы взяли телефончик? А зачем мне брать телефончик, если все равно мне его дадут как только попрошу? Три восклицательных знака в трех листах. В трех местах. Да, поэтому есть чего выбирать. Я могу сказать то, что Борисов меня порадовал. Действительно много талантливой молодежи. И не только молодежи. И живые выступления, и все такое. Так что... То есть можно сколотить какую-нибудь соул-команду, да, джаз-бэнд? Ну, с кого-нибудь досколотим в любом случае. Я думаю, что получится очень-очень даже интересно. Это был Борисов, один из самых талантливых и творческих городов Беларуси. Имена победителей вскоре узнает вся страна. Миссия выполнена, сэр. Слезы радости, горечь разочарований и поистине детективный накал страстей. Таков итог сегодняшней спецоперации в рамках масштабного музыкального проекта «Поющие города» на СТВ. Агент Шпилевская. Агент Царев. Юрий Царев.